Мужики, всем привет. Погодка такая непонятная. То ли будет дождь, то ли не будет дождя. Рыбаков. Ну, там один рыбачочек какой-то там со спиннингом, не знаю, что он там ловит. Там один сидит. Вон белеется точечка. Вот. В общем, живчиков я чуть-чуть наловил. Тут красноперка и окуньцы. Думаю сейчас флажки зарядить на судака. На живца пойду. Вот. Пошел я за лодкой. Только не знаю, с моторку брать или маленькую брать. В принципе, волна нездоровая. Может даже на маленькой. А может и на большой. Сейчас посмотрим. А может на большой без мотора. А может с мотором. Еще по туда на глубину снасаться. Вот сюда. На угол. Там окуняки можно наловить прям. Обрыв там идет вот такой резкий. И на обрыве там они постоянно. В общем, не знаю. Надо отдохнуть. Один денечек для себя. Вот, как-то так. Шел, лодку поменял, ветер поднялся. И так впадлу на веслах маслать. Все, погнал, я сейчас еще 5 флажков поставлю. Из десяточек раколовок на рака. Уже должен переть во всю рак. Вот как-то так. Тут всякие барахла. Как всегда. Под ногами. Бензин прошлогодний. Так вот, вот ветер какой. Блин, он заходит такое черное. Тут вроде ничего. Лодка дома. А там он черное заходит. Наверное, лупанет все-таки. Хотя ветер в ту сторону. А гонит оттуда. А ветер вот камыши туда. А идет оттуда, непонятно. 10 раколовок стоит у меня. Не знаю, видно, нету поплавки. Точнее 9, а 10 бросила, пенопласт забыла стегнуть, и она утонула. Грабли возможно. Граблями снова. Вот. И одна поклевочка. Где он тут? Не вижу. Сейчас наведу фокус. Одна поклевочка. Где она? Так, ну где-то вот здесь, вот он, перевернутый флажок, возможно даже что-то и сидит, остальные вроде на месте. Это вторая поклевка, одна была, но я подъехал, там живца сбила, и на том же самом месте еще раз клюванула. Подождать, пока дождь пройдет, или сейчас прибежать на тракторе, быстренько лодку скинуть, зарядить вот этот флажок, я не знаю, а может пускай стоит до завтра. Как-то так. Гремит, думал пойдет дождь, но миновало. В общем, привез лодку, вот
тракторочек мой. Привез лодку, бак, ведро. Сейчас жильчиков поймаем. Вот так это все дело выглядит со стороны. Все, сейчас ее снимаю, спускаю. Первым делом проверяем. Вот, если что, меняем живца, везде проверяем живца. Потому что вечерний клев — это вечерний клев. Плюс у меня еще стоят раколовки. Вот они, поплавки. Проверим раколовки. Стоят они с утра. Вот на 6 вечера посмотрим, есть рак, нету рака. Вот как-то так. Так, подгребаем потихонечку. Подгребаем. Вот к первому этому флажку, да, жерлице. Посмотрим сейчас, чего же здесь может быть. Ну, гремит капец. В общем, не знаю, как снимать на воде. Ну, если что-то будет, покажу. Все, глушим. В общем, не было живца. Флажок был перевернутый. Вот, живца зарядил. Так, чуть-чуть там плавает. Вот такая вот штука. Ну, показать нечего. Я не знаю, я здесь один в лодке. Абсолютно. Как снимать? Вообще без понятия. Гремит. Ужас. Не знаю, стоит ли проверять остальные или нет. В общем, поеду сейчас раколовки сниму. Посмотрим, есть рак, нету рака. Вот как-то так. До дождя пусть петь. Короче, в раколовке нифига, но начинается дождь. Просто начинается дождь, надо валить прямо посрочно. Я не знаю, сейчас попробую завестись одной рукой. О, есть. Все, погнали. Валим, валим, просто начинается дождь. Вот он, сильнейший будет сейчас дождь. Ни раков, ни рыбы. Вот, живчик коту, и то это ему дофигища. Вот как-то так. В общем, успел до дождя, хотя уже ехал, и он уже просто поливал. Все, вот он. Только один живечек. Рыбалка, как говорится, не удалась. Все, дождь пошел. Так что бывают и такие вещи. В общем, кому понравилось, знаете, что делать. Кому не понравилось, тоже знаете. Ну и научите меня, не знаю, снимать на воде видосы. Что надо для этого? Потому что, ну,
как бы утопить камеру, это капец. Ладно, всем пока, всем удачи. С вами был Санёк, еще увидимся.